Всем привет, дорогие мои друзья, на связи Рэй, и мы продолжаем с вами проходить Hustle Castle. Ну что же, я смотрю, ребята у меня получают по уровню, это будет 15 и 12. Так, что у нас по статистике там? 2 это друзья у меня, да? Ну ладушки, потом посмотрим. Забираем манну. Так, вырастай быстрее. А, Вадимка. Помню тебя, малыш. Так, забираем магию. Естественно, вместо нее ставим новую. Ну и, в принципе, наверное, можно отправляться на карту. Если у нас здесь, конечно, нет никаких дел. Ну, как я посмотрю, вроде бы ничего нету. Улучшить я не смогу, у меня нет древесины. Соответственно, мне это надо будет потом строить. Так, ребята, еще тут алхимики у меня наалхимили. По 5 уровню получили. И это очень хорошо. Так, подождите, вначале мы заберем подарки свои у друзей. Ну и, соответственно, я сейчас их отправлю. Спасибо вам, ребята, кто присылает свои подарки. Еда и деньги – это необходимый мне ресурс. Ну что же, дело я сделал. Теперь давайте посмотрим, что мне прислали ребята. Открываем первый сундук и видим деньги и еду. А во втором то же самое. Ну что же, хорошо. Мы получили с вами деньги, еду. Это, как говорится, все нам только на руку. Ну а теперь, наверное, ребята, пора прогуляться нам по карте. Так, Джонатан и Джей. Давайте глянем. Что я могу на это ответить? Конечно же нет. 4 бойца в отряде для меня это слишком. При моих 3, плюс он еще в замке, это смерти подобно нападать. Ну а ты как у нас поживаешь? Поживаешь, я смотрю, ты плохо, поэтому придется тебя немножко наказать. Один арбалетчик против армии — это бесполезно, абсолютно. Ну зато мы сейчас получим с вами халявные деньги. А это меня радует. 31 тысяча. Ну разве это не прелесть? Так, краса, надо тебя немножко подлечить. Так, ага, выбрали. Заберем все, что здесь немножечко у нас подкопилось. 4 минуты до следующей магии. Ну что же, наверное, можно в принципе. Так, у меня недостаточно алмазов. Ясно, тогда пойдем гулять по карте заново. Вторжение. Ух, ребятушки, какие же вы молодцы. Так, забираем нашу красу и идем валить орков. Давай, долечивайся и беги. Так, где они у меня? Здесь, по-моему, да? Да, именно здесь. Ну, здравствуй, отродье бесовое. Сейчас я буду вас наказывать, ребята. Даже можете тут не сопротивляться. Лучше бы вы сразу сдались. Так было бы вам намного безболезненно. Ну что же, ребята, победа за нами. Забираем сундук и возвращаемся в замок. 11 часов у нас впереди. Эльвира родила ребенка. А ребенок этот Аврора. Это девочка. И это хорошо. Лимит по людям в замке у нас полностью заполнен. Но я думаю, что после апа продолжится у нас население в расти. Так, что нам сейчас сделать, ребята? Давайте, может быть, я не знаю, сундучок посмотрим. А, нет, погодите-ка. Где у меня Аврора ходит, а? Так, давай-ка ты иди сюда. Нечего тебе там шоркаться. А, здесь у меня заполнено. Слушайте, я даже не знаю, куда ее влепить. У меня все комнаты заняты. Да, пускай тогда остается здесь. А где у меня Аврора, а? Она? А, нет, это Эльвира. Ну-ка, надевай-ка костюмчик. Будешь ты у меня отныне поваром. Вот так-то. Ну что, теперь давайте глянем сундук свой. Что нам там выпадет? Ага, 3000 золотых. Ну, тоже неплохо. Так, давайте глянем еще раз на карту. Так, здесь мы были, не хочу я здесь. Так, вот это вторжение. Ну что ж, давайте продолжим уничтожать орков. А то они каждый раз тут появляются. Надо немножко почистить территорию. Да, я не буду долечиваться. Думаю, и так справимся. Иди сюда, краснушка. Так, смотрите-ка. Лукари как красаву мою долбят. Да.
В луках есть своя сила, но маги, мне кажется, все-таки сильнее. Так, отлично, мы победили, получаем сундук, возвращаемся. Как всегда, у нас здесь все тихо и спокойно, забираем и давайте глянем, наверное, на сундук. Что на этот раз нам выпадет? Вау, доспешек. И доспешек этот у нас, по-моему, на лучника, да? Ну, лучник, рога, это практически одинаково. Так, где мой лукарь? В этой толпе его и не видно. Так, вот он. Где костюмчик? Вот он. Ай-яй-яй-яй-яй, ребята. Костюмчик-то слабоват. Ну, в кое-чем слабоват, а в кое-чем превосходит. Ну, я, наверное, так оставлю, потому что жизни в данный момент превыше всего. Хотя урон тоже неплохо, но я все-таки сделаю такой выбор. Ладно, забираем здесь мясо. Так, девушка, что ты у нас? Ты у нас качаешься. Так, 15 уровень, Савелий. У данного жителя потенциал равен 2 звездам. Предел его классов равен 40. Непонятно, к чему это все было написано, если честно. Так, давай-давай, краса, долечивайся. Ты мне нужна в отряде. Да, слишком долго лечатся они. Надо будет улучшать госпиталь. Так, Серега, Жоз. Ну-ка, давайте глянем на этого Жоза. Ух ты, какой ты красавчик. Прости меня, но мне придется тебя убить. Так. Оп, ага, подхильщик у него там, да, значит. Ну, он много не похилял. Хотя, посмотрите, почему у меня красу так быстро разбирают. Она же вроде нормально экипирована. Непонятно. Может быть, у нее какая-то слабость к магам? Ладно. Эй, погоди, погоди, погоди. Ты куда у меня бежишь, родная? Я ж тебя... Ёлки-палки. Где этот алхимик побежал на радостях? Нет уж, братишка. Тебе надо идти обратно на свое место. Побежал он у меня, а? Ладно. Давай, краса, долечивайся. И отправимся мы в бой. Так, а этот что у меня без дела ходит? А ну-ка иди сюда. Да-да, именно сюда. Так, слишком долго он бежит. Но мы подождем. Так, а вот здесь вот я так и не понял, что это значит. Ага, смотрите, предел тренировки его класса равен 60 единицам. У того 40, а у этого 60. И в чем разница? Ну-ка, 60. 60. Хм. Видать, у него лучше потенциал, он быстрее качается. Видимо, так. Так, подождите, не сюда нажал. Ну-ка, что у нас здесь? Монетный двор, кухня. Так, тут тренируем казначеев, там поваров. Ну, это сейчас мне не нужно. Я считаю, что это будет лишняя и пустая трата денег. Пока меня так все устраивает. Единственное, что я хочу, чтобы побыстрее у меня обустроилась казарма и начать строить тронный зал. Так, что у нас здесь? Серега. Ну-ка, давайте глянем. Добавляем. Приготавливаем. И делаем разведку. Так, 9. Нет, нет, ребят, конечно же, я на него нападать не буду. Потому что он, видно, сразу мощный. Тут даже и говорить не о чем. Так, а здесь у нас вторжение. Ну что же, вот вторжение, в принципе, можно отразить. Причем, наверное, без потерь для себя. Ну и получим заодно сундучок. А вдруг там что-нибудь раритетное выпадет. Чего, кстати, уже давно не было, между прочим. Так, отлично, все, победили. Давайте мне мой сундук. И я пойду его вскрывать. Ну-ка. Что ты мне дашь? Эх, жаль, деньги только. Ну, деньги тоже лишними не бывает. И у меня 129 тысяч уже накоплено, ребята. Идем с вами на карту и глянем Вову. Слушайте, Вова, по-моему, очень сильный, насколько я помню, да? Несмотря на то, что у него маленький уровень. Ну, как маленький, моего уровня он, но развит он, по-моему, очень хорошо. Сейчас посмотрим. Так, ну, в принципе, можно было бы затащить, при условии, что у меня магия. Но то, что вот он в башне стоит,
А вы сами знаете, там катапульты эти, которые наносят дополнительный урон. Поэтому мы это дело упустим с вами. Ну что же, пока нам делать нечего, ребята, я могу предложить вам сделать небольшой и маленький перерывчик. Например, сходить и налить себе чаю. А мы встретимся буквально через несколько секунд. Так что далеко не уходите. Всем привет, ребята. Ну что же, ага, милорд, в наше отсутствие на меня напали. Минус 20 очков ПВП. Ах, вы хитрожопые вы, ребята, а? Ну, я не в обиде на вас, потому что я то же самое делаю сам. Так, и что у нас тут? Да, потерь, конечно, очень много, ребята. 40 тысяч практически я потерял. Ну да ладно, деньги — это дело наживное. Так, у нас осталось 7 часов 46 минут до завершения казармы. Это очень хорошо. Собираем все, что здесь накопилось. Так, Аврора уже больше не ребенок. Ну что же, это замечательно. Так, а мы с вами прогуляемся на карту. О, появились новые враги. Том какой-то у меня тут сыскался. Угу, замечательно. Так, вторжение здесь есть. Ну, это обязательно надо разбить. Халявный сундук еще никогда нам не мешал с вами. Так, лежать, я сказал. Лежать. Вот это другой разговор. Слушайте, интересно, а что за оружием они таким стреляют, когда у меня краса становится в стан? Или это не обязательно должно быть оружие, а просто автоматически, как бы, значит, мне стрельнули, и она все оглушена, типа. Так, ладно. Собираем. Иди лечись, родная моя. Так, здесь-то что у нас? Яблочки. Давайте глянем на сундучок наш. Ну дайте что-нибудь полезное, дайте хорошее что-нибудь. Нет, не дают, не хотят. Думают, что я, наверное, слишком сильный и не достоин никаких больше хороших подарков. А я вам могу с точностью сказать, да наоборот, что мне очень нужны хорошие, ценные, дорогие подарки. Я хочу быть таким же сильным, как там ребята, которые окружили меня. Мне же надо будет как-то с ними бороться или хотя бы противостоять им. Что ж, 8 часов 12 минут. Это... Почему 8 часов 12 минут-то? Что-то я немножко не понял. Вроде совсем недавно еще было 7.45. Бред какой-то. Глюк, что ли, или лагануло, я не знаю. Время повернулось вспять. Так, ну здесь я не могу удалить, потому что мои рабочие все заняты. Ёлки-палки, как же я хочу еще одного рабочего. Но столько кристаллов, где их добыть, ума не приложу. Перерыв, ребята. Итак, продолжаем проходить. Хастл-кастл. Так, ребята у меня получают по уровню. Так, 17 уровень. Неплохо. Эй, я совсем этого не хотел делать. Да что ж такое? Почему постоянно, чтобы приблизить или удалить камеру, мне приходится нажимать на... какой-нибудь зал. Хоть бы этим скроллингом бы отдалялся или приближалось. Но нет же. Так, осталось у нас ровно 3 часика, ребята, подождать. И у нас все будет на мази. Отстроится у нас казарма. И мы сможем взять себе в отряд еще одного воина. Это просто прекрасно. Ну а пока предлагаю с вами полазить по карте и посмотреть, где можно пофармить денежку. Рональдо, что тут у тебя? Ой-ой-ой, ребята, вы гляньте, 16 тысяч мощей. Да мне его ковырять, не заковырять. Смотрите, он что-то строит там у себя. 2 у него лучника, маг. Довольно такая специфическая у него партийка. Ну, а что у тебя? 9525, елки-палки. Ребят, меня окружают одни гиганты. Ну, а здесь хоть что-нибудь будет? Дмитрий, давай-ка тебя хоть посмотрим немножко. Так, ну что же, вот Дмитрия можно немножко побить. Совсем капельку. Так что, Дмитрий, не в обиду. Вроде такие костюмы неплохие, да? А посохи какие-то не очень. Ну, тем не менее, все равно он уже упал. Ага, понятно, у него 2 посоха на воскрешение. То бишь, они друг друга бы воскрешали. Но не тут-то было. Со мной такой фокус не проходит обычно. Так, забираем, собираем. Тебя, наверное, отправляем лечиться. Ну дайте мне ее выделить, а.
Ёлки-ты-палки, вот, иди. Яблочки, манна. Так, 122 тысячи золотых у меня. Это хорошо, а мне нужно 240 накопить. Потому что, как вы видите, что скоро, буквально через 3 часика, завершится у нас казарма. А ну-ка давайте-ка, конечно, я хочу улучшить. Сначала завершите производство заклинания. Так, это какого заклинания, я что-то не пойму. Мгновенно. Так, сначала завершите производство заклинания. Лечебный луч и тотем скалы. Все вроде бы хорошо, но какое заклинание? Это, наверное, которое сейчас у меня здесь делается, да? 29 минут. Про это они имеют в виду? Так, а как его отменить? Максимум для боя 2. Ага, наверное, вот здесь надо, да? Убрать просто-напросто. Ускорять мы не будем, а отменить можно. Хорошо. Ну-ка, что ты теперь запоешь? Улучшить. Так, надо... Да ёлки-ты-палки, теперь рабочие все заняты. Да что ж за непруха такая, зря только отказывался. Ладно, выставляем заново тогда. Так и так. Отличненько. Яблочки, монетки. 3 часа 7 минут. Это хорошо. Ну что же. А тут-то у нас, подождите-ка. Типы сооружений станет доступно. Огненная башня луков, ядовитая. Неплохо. Хочу себе такие. Так, горящая земля. 8902. Да была не была. Пойдемте и попробуем, в конце концов. 2 голема, 2 некроманта. В принципе, не так уж и мощно, как я думал. Ух ты, неужели разберем, ребят? Да, скорее всего, так оно и будет. Черт подери, по-моему, они воскрешатся. А нет. Нет, все хорошо. Давай, падай ты уже. Хе-хе. Ну что же, прошли, получаем 5000 плюс сундук. Это хорошо. 127 тысяч у меня уже. И осталось совсем немножко. Еще задание выполнили. Два сундука уже. Так, надо их вскрывать обязательно. И смотреть, что у нас выпадет. Опа-на, денежки и какой-то хищная магия. Восстанавливаю 990 в 3 секунды. По-моему, у нас вроде бы такой цветок. Да, вон он лежит. А здесь, вау, скалка и костюмчик. Скалочка и костюмчик. Это значит у нас что? Для наших любимых поваров. И для алхимиков. Где этот костюм-то у нас? Ага, вот он. Так, этот костюмчик отстает. А для этого? Ой, конечно, нет. Придется так оставить. Ну, у поваров-то точно. У кого-нибудь да нет скалочки. Так, ну-ка давай-ка вот тебя глянем. Смотри-ка, сковородка у нее. Так, а у тебя ничего нет. Вот тебе мы и отдадим скалку. 350 яблок в час. Довольно неплохо. И в общей сложности получаем там 600. Это круто. Еда нам всегда нужна. Кстати, вот еще бы склад бы еды расширить, да? Чтобы у нас еда как можно больше копилась. А все почему? Потому что за еду мы деремся. Нет еды, нет боев. А нет боев, нет денег. Все логично и взаимосвязано. Так, давайте еще раз глянем, кто у нас тут. Ага, ад наяву, 9200. Ну что же, давайте рискнем здоровьем своим и нападем. 3 босса, 3 огненных голема. Ой-ой-ой-ой, не знаю, что будет, но почему-то я уверен, что мы победим. По крайней мере, мне так очень сильно хочется. Ого, 11500 за бой просят. Ну что, втроем, в принципе, ничего не должно быть сложно. Куда они рванули-то? Эй-эй-эй-эй, ребята. Ёлки-палки, вы смотрите, что творится. Они переключились на моих магов. На моего лучника. Ну и, естественно, они их убивают. Так, давай-давай, краса, давай. 11, а нет, вдвоем тут еще остались. Ну что ж ты так медленно-то? Ёлки-ты-палки, ну хоть... Нет, ребята, мы здесь, наверное, проиграли. Ёкаламане. Ну что же, ребята, давайте на этом я закончу этот выпуск. Мы с вами встретимся обязательно в следующем. Всем удачи, всем здоровья.
Подписывайтесь, комментируйте. И до скорых встреч. Всем пока, ребятушки. Всем пока.